Василий Швец провел прием граждан по личным вопросам. Анапчане обращались к мэру города по вопросам земельно-правовых отношений, благоустройства территории и ремонта дорог. Так, житель Витязева поднял проблему, волнующую сразу нескольких семей. На земельном участке по соседству с жилыми домами работает металлобаза, которая создает шум и может негативно влиять на экологическую ситуацию в курортной зоне. Василий Швец поручил муниципальному контролю изучить ситуацию на месте. Кроме того, предпринимателю предложат рассмотреть вопрос переноса производства в промышленный парк, который будет создаваться в хуторе Воскресенском. Также на приеме обсудили окончание ремонта улицы Сиреневой в станице Анапской. Работы должны быть проведены до 1 августа. Инициативная группа разработала предложение по улучшению облика сквера Гудовича. Их рассмотрят в управлении ЖКХ. А я напоминаю, что партнер выпуска – кафе «Кулинария» Таверна в Анапе. Постоянные посетители ресторанного комплекса «Шемсихолл» знают. Здесь всегда можно выбрать выпечку, готовые закуски, салаты, мясные и рыбные блюда как для ежедневных обедов и ужинов, так и для праздничного застолья. Однако, идя навстречу пожеланиям своих гостей, было принято решение провести полную модернизацию этого объекта. В результате большую часть имеющихся площадей заняли удобные столики со стульями и диванчиками. Полноценное, грамотно разработанное меню включает большой список самых любимых и популярных блюд. Здесь вы всегда сможете вкусно позавтракать, выбрав на свой вкус салат, шаурму с разнообразными добавками, а в обед съесть тарелку горячего супа или классический шашлык, а вечером посидеть в компании друзей и заказать настоящую итальянскую пиццу. А десерты шеф-кондитера выглядят многообещающими. Кафе «Кулинария» Таверна в Анапе на Солдатских Матерей 8Б ждет вас!